Три таджика вот строили вот эту дамбу. Апрель, май, июнь, июль. В апреле еще они раскачивались со середины апреля. Одни были с 1 апреля, только строй. Три таджика, все, больше никого здесь не было. И только на той неделе еще трое в зеленых жилетках. Это в оранжевых были, а те в зеленых. Я подошла к ним, спросила. Они сказали, кольца поставили. А когда катки большие ехали, сдвинули кольца. Теперь кольца нам надо выправлять. Ну, это что за безобразие? Пусть они делают ошибки, там плохие руководители, я думаю. Они не выходят и не смотрят, сколько они сделали и как они сделали. Хорошо или плохо. Проверь работу за ними. Ни одного руководителя не было. Один руководитель, вот два раза приезжал Володин, вот это руководитель. И Бусаргин, ну ты начальник наш, я вначале думал, ну хороший у нас руководитель будет, все будет нормально. А мэр вообще сложит руки, стоит. Ну что она стоит? А была здесь Макроусова? Ни разу. Я ее не видел ни разу. Макроусова, да. Ну и что? Какие руководители неактивные? Ну вот зашевелились после Володина. Они еще больше нам раскопали. У нас хоть газельку хотели. Вот. Ну я понимаю, строю. Ну вы как-то подумайте, что же мы изгои, что ли, здесь на пролетарке? Это в годы первой, вот как революция свершилась, и в годы первых лет построили нам эту дорогу. Говорит о том, что люди заботились о нас. У нас уже народ говорит, нам не нужно ничего, пустите нам газельку по огороду. Вот единственная наша просьба. И чтобы она, вот, ну, коль здесь, ты выйди, посмотри, где можно пустить газельку по огороду. Ты мне напиши письмо, ты собери подписи. Да, блин, ты сам приехал. Я ничего лишнего не прошу. Вы пообещали. Дорогу сломаете, на период стройки этой дороги вы пустите нам погородний транспорт. Нет его погородней. 19-я нас не устраивает.